думает. Это что? Мы будем туда ехать? Что за риск? Мы туда, мы туда будем ехать? Или пешком зайдем? Давай не поедем туда, у меня сидит. Что у нас с разрушенными домами? Я посмотрю, как это что-то творится. Ты у нас перемолвить, наверное, согласен. Никто вместе. Вот он, искал добавить, чтобы мы были. Ну, на карте смотря, когда вы нахрен. Понял. Чё горит так, не понял. Ох, это вообще как. Сейчас посмотрим. Мару, благо это попился. О, так, ну, все плохо. Уже какое мы измерение? Какое мы измерение? Пуск. Космодром Восточный, да, выйдете. По нам, по-моему, стреляют, да? Вышли, да, там отошли? Почему голову ответить нельзя? О, сейчас, так, так, сейчас, так, 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 так. О, вернулись, вернулись, о, обратно. Чёрт. Сейчас я... Подождите, не садитесь, а вы... Назад, дай, короче, назад, назад. И налево поворачивай потом. Тут сюда крова, кстати. Плохо. Отойдите в эту машину, там же кровь. Не знаю, что так было, я на дорогу выйду, я на дорогу выйду, на дорогу стрелу. Подождите меня, Марфин Павлов. Я мой. Ты видишь, не меняется на самому, да? Нас обманули. 210? Да, вы тут тащите. Где 210? Гора. Ну сел ты там, нет? Бегу, бегу. Всех не меняйте, да? Нет, нет, нет. Она. Да. Так, вот она, мама. Ты слоник купить? А не знаю, что это было? Не хочу на там освещаться. Ой, мы, по-моему, пропустили поворот, мы прям туда едем. А сейчас срежем. Я хотел по вашим шишкам дойти. Давайте врываемся, тогда я жди, блядь. Давай махнем. У вас на Украине так делают? Да. Стреляют в конфолок, стреляют в зону. Ну, не по нам, наверное. Где будут стрелять? Вы видели, все хотели стрелять в талибы. Даже если это свои. Ну да. Сейчас из твоего застрелили, все равно ладно. А мы хотели, хотели, чтобы мы тут пешком шли или что? Не, мы поедем. Да. Ничего. Мы белые люди, пешком не ходим. Ничего, украинцы пешком ходят. Ой, я что-то нам на голову делал. Ой, он там пехота. Че? Пехота сидела слева. Тимак. Кто сидел? Пехота слева, да, еще. Наша? Да. Тимак кричит, ходи. Может, не прям по маску попашу? Чего? Может, не прям тогда по маску поедем, чтобы дать им какой-то шанс? Ну давай шире возьмем. Получится север. Вон лодка есть, если вам можно заехать, посмотрите. Лодка? Лодка. А. Там и проверка просто есть. Чувака там не значит, да? Это плавно. Не знаю. Сейчас узнаем. Я думаю, да, типа, если будешь какие-нибудь.
Метка стоит. Паш, я предлагаю Да, как-то влетели уже к ним. За горой обойти с севера, да? Пешку посмотреть, пока понаблюдать. Я на гору выйду. Ну, хотя вы можете уйти, я могу одни тебе съехать на гору. Давайте понаблюдаем, пока посмотрим. Если все через север. Да, будет какая-то. Судя по всему, еще одна. Один холм, он загораживает нам вид на город. Мы ничего не сделать не сможем. Какой холм? Если на высоту заходите, то. А, так вот там чуть-чуть шестая, с ней должно быть видно. Там город находится на такой же высоте, как и тот. Тут такая складка, она выступает, ее на карте не видно. О, кто-то ходит там впереди стоит. Ну если хотите, я могу машину взять один и поехать, вы можете походкой пойти, а я прикрою куда-нибудь. А, подарить машину им еще? Ну, я себя им подарю. О, идет Талит, Талит, Талит наверх поднимается. Какой азимут и удаление? Какой азимут, Паша, идет? 200, 200, вот хребет впереди, 200, следующий хребет, про него на камень. Окей, машину увозить на гонку, нет? Нет. Это говно займет позицию, мы его обстреляем. Хотя его сейчас можно завалить. Да. Ну его слышно, что есть, пусть обстреляют. Да, давайте. Кто там у нас? Вот сейчас он становится с РПГ-шкой. На 290 по хребту прям идет. Ближайший к нам. Не знаю, он ушел, по-моему, за этот. Он пошел, пошел. Ну, метров 300, наверное, туда. Не больше. Он забежал, он вижу. А, ну его надо снимать. Без техники. Ну сейчас он выйдет, я попробую. Да-да. Ну, поэтому. Пока типа да, помните расстояние, где он плен находится. А, я понял, о чем по что мешает. Ага. Там так схлоп. Вы пометить его не хотите? Да, ладно, сразу всех стволов снимать, да и все. Враг пик РПГ? Да. Ой, вы... Какой-нибудь ВС вот... Эх. Чё, не сняли? Метров 4. Косые. Косые мы. Да, он дальше. Вон а там еще. Паш, можешь метку синюю? Вон там нет. Да, сделай, переделай. Там 500. Больше даже. Нет, 500. ГПшка своя? Не я, а ГПшка у меня. Понял. Может, да, в ГП что-то они там могут уже. Хотя нет, там... Как минимум двое. Питер, сделай еще метку на двоих там. Ну что, мы уже не маскированные, так что можно стрелять уже. Можно машину возить? Не, машину. Ну давай. О, не, можно приманку сделать. Можно и просто. Хотя они не дураки. Убежал направо. На соседний маленький холм. В зеленку ушел. 210. Наверное, обходит. Право у нас. Если так надо, могу пытаться объехать вообще через север с запада пострелять, если надо.
Не надо, махну правую сторону, смотри правохом, я этот буду смотреть. Да я так вообще лежу открыто. Давай повыше заберемся, здесь выше есть холм. Сколько там до него? 400 метров примерно. О, хорошая видимость. И город видно, кстати, отсюда, с этой высоты, по-моему. Нет? Я вижу город отсюда. Ты с Питеру Шакалова, да? Или да, рядом? Да, сейчас. Вот он. Тот же на юге или тот же на западе? Что на 240, короче. Это один город. Да, один большой город. Нет. То есть смотреть этот город, да? Или нет? Да. Короче, один пех, по-моему, в город вернулся. Альфа на связи. Да, на связи. Значит, от ваших позиций на направлении 280 лежит снайпер. У него башка одна торчит. Но раздалее. Даже не 280, где-то 310. Сейчас. За шаг. Городом? Давай. Где-то здесь. Идите аккуратно. Смотрим. Ну так подавите его, чтобы он спалил. Это снайпер отработал, по-моему? Да, дрон на 310, он там так. Провозить нет машинку, нет? Ну, он снимет. Какой смысл у нас? Брони-то нет, щитка. Я верю в себя. У меня только на этом есть, на Эльке. На 310 от нас, говорит. Вижу. Все живы? Да. С кем-то рядом вообще забрала, смотрю. Со мной рядом. Откуда? С горы зафигачили? С горы. Еще. Еще. С города, значит. У нас просто есть такой момент, годка, где знаешь. На 120. Там, там уже близко. БД, уходи оттуда вниз. Да, ухожу. Ну, короче, ждем гостей. Это СПГ, я так понимаю? Да. Если у них стандартный БК, то у них еще не мало. Вижу СПК на дороге, едет в город. Нет, это поставь. Прямо в город едет, я не могу поставить. За холмом, где мы первый раз увидели Талипа. Сейчас прыгнем. Окей, я понял. Уезжай в город. Ладно, сидим, привлекаем внимание. Снайпер заходит в тем времени потихоньку. Да. Я пойду еще посвечу.
Блин. Там дико, это не в КС-ке. Нет, там в армейке совсем по-другому работает. Ну, беги, беги, беги. Молодец, убежал, хорошо. Пой, близко падает. Убежал, снайпер убежал. Ну и пусть себе. Чёрт. Ко мне кто-то идёт. Я побежал. Куда он забежал, пацаны? А, окей, там налево, стрик-потовый они сделали. Зелёный, туда нет. Он, вот эта зеленка, вот эта самая заканчивающаяся на этом, короче, влево он ушел от нее. По хребту вниз, может быть, там сидит. Короче, спускался вниз, влево, и все. Блин, я руки дрожат. Возможно, в здании не школа. Сейчас попробую найти СПГшку. Стреляй, снайпер, по мне. Это калаш, по-моему. Не знаю, что это. Я текстурой ранен. Да, пойти на него. Ты лечиться надо? У меня там вроде что-то было. Я пока подъеду на наши. Как с вами? Мы на себя отвлекаем, они едут. Кто еще был с нами? Папа, заживай тогда. Можешь меня обследовать у меня? Да я кто-то, я медицины кто-то нет уже. Живой метка стоит. Окей. А, батпол? Только морфин могу. Дэкфорд, ты куда вообще ушел? Я к вам иду. Я сзади вас. А, что-то ты сильно от нас далеко. Там на юге, кстати, один на тенце засада была. Так что на юге еще. Я видел. Батпол живой или не живой? Блин, он тут бегал, кто-нибудь его видит, нет? Кто? Вот была. Я не вижу. Пуста, тут вижу, камни. Сидит. Кто это? Калаш. Ко мне, сюда, калаш. Братан, ты раненый? Да. А, вот Пеппл сидит, окей. Он кусты себе нашел. Кто с гушака сейчас стрелял? Стрелял кто-нибудь? У нас глушаков нету. Походу, в зеленке кто-то что-то перед городом в зеленке. Сзади долбит. С высоты сзади нас. Хотя нет. Мы приехали. Ну что так? Не знаю. Вижу на горе кто-то есть. 340, кто это? Не мы. Ой, по мне работает. Я возможно. Ну 340, там человек какой-то, по-моему, стрелял сейчас. Там на западе, на соседней горе сейчас СВД стрелял. У нас у снайпа на горе. Серьезно. Вы тоже ручные гранаты, кстати. Мы бросаем или не мы? Нет, нет. Рядом. Спускаемся вниз. Ко мне. Ставлю на метке 6-й враг.
А вот вон он минус. Не, живой. Я его не убил? Не убил. Нет. Да ну, вот ему там, это, сколько ему в спину всадил? Махно норм. Железные ноги. А чё, спектатор не включился? О, Паша как умер. Чё, успел? Ты успел второго ворона стрелять? Ну, я, короче, одного... Там, Пашу, стрелял, короче, в затылок. 6, наверное, в спину всадил. Я удивлен. Спектатор не работает. Не работает. Серьезно, он еще живой, он лечится. Ворон, ты обманщик. Почему? Ты сказал, дальность видимости настраиваем. А, да, я обманщик. Нихуя. А еще он сказал, что фугас сразу взрывается. Фугас да, сразу, это тоже сразу взрывается. Не сразу. Паша, надо какой-то стандарт, чтобы, типа, знаешь, на миске без регулируемой дальности. Он заранен. Чугунда не видишь, что?
Зэ, вопрос к тебе. Че-че? Вопрос к тебе. Вас шахит машина с третьего? Мы видели взрыв на базе военной, и объехали ее. Она хоть кого-нибудь убила? Не знаю. Ладно. Это ты был там? Боже. А, ты тут, получается? Угу. Я просто, короче, кинул с одной миссии все подряд. Я понял. Да-да-да. Копипаст. Я всегда так делаю. Ну, надо же вдумчиво, вдумчиво надо делать копипаст. Не, я, чтобы, короче, времени не терять, взял бы копировку. Я просто не помню, с какой нормально работать, с какой все через жопу. На серваке это шахит мобильный сразу взрывается. Там секунда проходит, как сказал Макс, резко. Ну это нормально на самом деле. Ну. Я даже наоборот задержку специально делал, чтобы она. Там скрипт. С метками сегодня вообще какая-то жопа, что на первой миссии, что на этой. Не работает? Вообще не работают. Ну, бывает. Если я 20 раз поставил метку на вас, короче, никто ее тупо не увидел. Махнул полобойму, всадил, он ничего живой. Все два патрона. Интернет лагает, значит. Зачем надо было ставить бомбу с задержкой? Так, блин, она по идее без задержки, это сервак лагает. Просто резко сказал то, что надо задержку, но ладно. Я ему объяснил. Это лаг. Ну, взрывается сразу. Не, он просто так эпично рассказал, он так выезжает на них. Да-да-да-да-да. Нажимает на кнопку взорваться, а они мимо проезжают. Мимо проезжают, а потом взрываются. И взрывается. Понятно. Интересно, на стриме этот момент есть? Да там, наверное, Зоник ехал. У него надо спрашивать. Я видел только взрыв издали и дым потом. А так ничего, если косяки убрать, будет прикольно. С косяков тут чё? Ну, настраиваем модель. Спектатор. И ДВшки ещё выйдут. Пехотные материалы. Техники они есть, но... Пехотки... ПЗ убили. Ну да. Мне не понравилось. В смысле? У меня человек не остался. Я человеку в лицо...